Главное – доверие людей, их мнение, предположения и наказы. Таков девиз законодательного собрания Новосибирской области. Накануне коллектив парламента региона принимал поздравления с 30-летием законотворческой деятельности, поздравил депутатов и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В этом году законодательное собрание Новосибирской области отмечает 30-летие со дня образования. За эти годы региональным парламентом приняты сотни законов. В разработке и обсуждении законопроектов принимают участие предприниматели, общественники, профессиональные сообщества и неравнодушные жители. В честь юбилея состоялось торжественное собрание. Приветственным словом к его участникам обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Дорогие друзья, многоуважаемый Андрей Иванович, позвольте всех вас сердечно поздравить со знаменательной датой, 30-летием законотворческой деятельности Законодательного собрания Новосибирской области. За минувшие годы Законодательным собранием Новосибирской области многое было сделано как для повышения качества жизни новосибирцев, так и для развития нашего региона. Отрадно отметить, что при обсуждении законопроектов депутаты Законодательного собрания стремятся учитывать многообразие мнений наших граждан, в том числе и представителей традиционных религиозных объединений. За минувшие годы между Законодательным собранием Новосибирской области и Новосибирской епархией Русской Православной Церкви сложились добрые взаимоотношения. Особо для нас важны те наши совместные мероприятия, среди которых особое место занимает новосибирские рождественские парламентские чтения, когда у нас есть возможность до депутатов донести нашу определенную точку зрения в вопросах веры и традиции. Выражаю надежду, что наше сработничество будет развиваться и впредь, принося пользу жителям Новосибирской области, а богатый опыт законотворческой деятельности будет и в дальнейшем способствовать реализации стратегических планов социально-экономического развития нашего региона и приумножению православного, культурного и исторического наследия. Еще раз от души поздравляю всех вас, дорогие мои депутаты, с праздником и желаю крепости душевных сил и помощи Божией в ваших трудах на благо Новосибирска и Новосибирской области.